Мне на секунду показалось, что что-то не то. А нет, смотрю, все нормально. Правильно? Все нормально? Да? Прическа у него что-то такая новая. Багов-то в игре нет. М? Вот так вот. Ове, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша. Играем в Средиземье. Тени войны. Смотри. Кто вернулся? Драный. Назгул. Ну, драный, потому что он реально выглядит какой-то драный. Вроде как все новенькое, а выглядит как драный. Я думаю, еще в этой серии повоюем с голыми руками и с голым лицом. Просто потому что Талион тоже хочет немножко повзрывать, да? Вот, ни одному же предателю взрывать. И венозную сетку давно я не наблюдал ни на его лице, ни на руках. Сам вот смотрю, глаз не могу отвести. Вот какая штука, да. Не могу не отметить, что нужна твоя поддержка. Если тебе нравится. Если не нравится, смело ставь дизлайк. Но если нравится, поставь палец вверх под этим видео, потому что каждое видео по Средиземью растет только тогда, когда набирает примерно 400-450 лайков. Ну и, конечно же, комментарии никто не отменял, если есть что написать. А должно быть что написать, потому что в прошлой серии я спросил, надо ли делать здесь мафию, и однозначным ответом было «да». Но вот какую именно? Красные. Красные проходили прям тонкой красной линией через большинство комментариев, и поэтому красную мафию мы по-любому сделаем. Но вторую и, возможно, третью, вот это вопрос. Потому что наиболее часто упоминаемыми были желтые, зеленые, черные и коричневые ребята. Я считаю, что здесь должно быть две, максимум три ветки, три клана, потому что мест не останется, это будет перенаселение. Лучше, конечно же, две. Поэтому, либо, если тебе понравится то, как мы будем сейчас поступать с Красной Армией... С Красной Армией, прозвучало так как... С Красным Кланом, с Красной Мафией... Если тебе понравится, то дай знать, что понравилось, и таким образом выберем еще один клан. Если же нет, можно просто, если в один голос во всех комментариях будут, вот, только зеленый, или давай черный, коричневый. Дай знать каких. Потому что, ну, я не думаю, что нужно прям отдельное голосование устраивать. Или нужно. Чтобы выбрать один цвет мафии сюда, в Литлад. Я просто не хочу тебя постоянно долбать мозг голосованиями. Вот, тем более, что в последнее время их посреди земли дохера. Вот, что я придумал с красными? У нас есть разные ребята. У нас есть и вот этот вот крендель, и вот этот, и вот этот. Из самых таких вот центровых, значимых и вообще красных, да? Красных мафиозников. Кто из них станет предводителем клана? Вот это вопрос. И для того, чтобы разрешить этот вопрос, нужно всех их найти и заставить биться друг с другом. Я думаю, алоги сперва между собой выяснят, а потом и этого дядьку подключим. Посмотрим, на что он способен. Укротитель такой. А, как есть, вот как есть. Они, правда, легендарные, он высший всего лишь, но это ничего не значит. Камон. Тем более, вербовать мы начнем с избранного. С его кокошником. Ну, потому что он был избран, да? Кем-то так точно он был избран. Он где-то здесь лазит. Где неизвестно. Надо, конечно же, выяснить. Разумеется. Мы сейчас это сделаем. О. Пока летел, избранный материализовался. Да, вот она какая няша. Если что, это мой фаворит. Ну, то есть, я-то их всех здесь исключительно по внешке рассматриваю. Да, а еще он мурчит и смеется. Мурчик. Сейчас мы его выжарим. Ага. Своему вломил.
Видишь, как он рад видеть-то, Талиона? А? По два раза аж мурчит. И горящий лог на заднем фоне. Такая прелесть. Это просто символ того, насколько ему насрать на эту свою подтанцовку. Потому что он всегда вызывает еще. У него в закромах есть. И мне показалось, что он слишком долго ржет. И также у него железная воля, которую надо сломать. А еще он разъяренный. До хрена разъярен. А, его еще и бесит все. Ну, поэтому... Хорошо бы воспользоваться и вломить разок. Подожди, подожди, дядя. Отлично. А теперь убей их всех. Всех их убей. О, какие у тебя ребята, а? А, у тебя все прошло. Его бесит все, но недолго. И это замечательно. Какая-то еще квадратная херня у него над головой была. Нет, подожди. Далее он вербует. Залазит на лого и вербует бесконтактно. Потому что время такое, сам понимаешь, да? Талион хоть и без маски, и без перчаток, но как бы дистанцию держит. Хоть и преступно маленькую. Парни, я взял его в заложники. Ребята! Сука, как хреново, когда нет СМИ. Ребят! Никто не знает, что ты кого-то взял в заложники. Ребят, вот я его взял в заложники. Во, во. Все, расстреливайте его. А, своему вождю жопу расстрелять важнее, да? Какие метки? А ты говоришь стрелять на опережение. Не, ничего не будет? Ну ладно, все, тогда до свидания. Как же долго я этого ждал, наверное. Столько же, сколько и не ждал. Философия какая. Во какой. Твердый. А сейчас мы его проверим на твердость. А ну-ка. А ребят его? Ой, да ребят и так долетело. Ох. Ему горящие поджопники. Только так заходит. Да хватит уже кривляться. А я даже не знаю, набить ему морду или нет. Это же все-таки майки. В смысле? А термиудар? О! Видишь? Работает. Представляешь, если бы рука откололась. Вот это было бы круто. Ну да, это, конечно, был бы такой легкий плагиатец терминатора жидкого металла, но, блин, как бы было круто. Заморозил, и ладно, но не убил. Ну, типа, потому что это слишком имбово было бы. Заморозил и сразу убил. Нет. Руку отколол. Ногу отколол. Да ладно, хотя бы оружие сломал, и ему приходится биться голыми руками. Это же было бы круто. Это же было бы кайф. Жаль, жаль. Но ладно, один раз ничего с ним не сделается. Все-таки там есть расстояние, да? Все-таки Талион неплотно прижимает. Ну, потому я не опозорил по-человечески. Но горит! Пылает! Кстати, пылает? Чуть-чуть лучше, чем Алиса. У себя там в мире. Я имею в виду ее перцемолку. Так, мы все-таки должны найти этого лога в кокошнике. Не просто же так. Здесь мертвый Карагор валяется, да? Вообще непонятно, что он там валяется. Секундочку, он... Где он? Это не он, это... Избранный где, ребят? А, ну да, надо же убить. Надо же убить пару ребят, и тогда будет избранный, так? Тогда он придет. А классно все-таки. Талион себе идет, да? А там взрывы, а он идет, ему плевать на все взрывы. Он даже может Карагоров разбудить. Кстати, ты посмотри, как это замертво будет. Ну, потому что они абсолютно не учли, что Карагоров надо было развивать с уровнем. Слушай, а он свалит на этой собаке или нет? Да, ему пофиг, на ком валить. Или не пофиг? Да нет, пофиг абсолютно. Кстати, пришел Мурчик сюда.
И что спрашивается, он пришел? Я его ищу. Я не должен был его найти так легко, да? Это же все-таки Средиземье, тут ничего так просто не бывает. Ай ты схороняка! Это рука? Грауга. Он прям улыбает. Прям это надо прочувствовать. Эти звуки. И чё? Чё ты сразу? Морда в пол. Вот как шкодливая собака. Ой, да ладно, чё ты? Слышь, где ты? О, точно. А как насчет поместить тебя на топтыге? Сейчас надо ее только завести. Она заводится не с полоборота. Во. Нормально. Завел. Лучник убежал туда гореть, ну потому что долбануло так долбануло. Работает на тебе это? Да. Еще и... Ой, главное не переусердствовать. Я думаю, сейчас я убью топтышку. Ага, убью я сейчас топтышку. Опа! Класс. Слышь, братиш, а давай без этого. Ну только вот не хватало, чтобы еще сейчас Карагор задрал. Да, я понял. Секундочку. У меня тут товарищ, который не позволяет. Сейчас еще тебя пристрелит. Все, постой, секундочку. А что, второй? А, он вызывает их, да? Или тот вызывает? Кто-то кого-то вызывает. Что-то такое происходит. Можно тебя взять? Можно. Берем целеньким. Да, он высших граугов фигачит. Обычных, точнее. Завербовать. Да, только иди, пока тебя не расстреляли. А то я знаю, всякое бывает. Забрал кокошник и ушел. Грау, кстати, не понял, что он должен быть за нас. Опозорить его или убить? Убить или опозорить, сука. А ну давай! А ну давай! А Граук тоже не будет лупашить? Вот сука. Стоп. Нет. Вот сука, а. И уже Граук завалили. Стой. Ты посмотри, какая фигня. Растерзан. Все-таки Карагоры иногда это делают. Ты чего? Бобик, я думал, ты за нас. А, у меня нету. Ладно. Никогда не помешает лишний раз долбануть. Прямо Карагоры от этого просто дохнут на раз. Fuck you, а? Да. Это можно считать, что они как бы между собой повоевали? Он был явно фатально горючим, да? Сучара. Ну, что поделаешь, минус один, но есть вот этот еще. Он, конечно, не так крут, но... Запуканный. Можно ему устроить рандеву с Алогом. Но только после того, как Алог встретится с Рафаэлем. И выяснит, кто из них самый красный вождь краснокожих. Кстати, я сейчас крамольную вещь, может быть, скажу, но я вообще ничего плохого не имею в виду, но все-таки... Вот много темнокожих людей сейчас борются за свои права, и я считаю, конечно же, это правильно. Желаю им победы в этой борьбе. Ни в коем разе, надеюсь, это не увенчается тотальным перераспределением сил, что сначала белые гнобили темнокожих, потом темнокожие гнобили белых, потом обратно. Вот эта вот лодка раскачивает туда-сюда, туда-сюда, потому что угнетенные рано или поздно становятся угнетателями. Но! Кто? Хоть когда-нибудь слышал о самом нахрен, на мой взгляд, угнетенном народе,
США, что их угнетают. Вот, вот в последние года имеется в виду. И имеется в виду, конечно же, коренные жители Америки. То есть, вот кого угнетают. Угнетают настолько, что даже сказать об этом некому. Об этом. Такая фигня. А ведь индейцев не так много, действительно. Так. Где они месят друг друга? Угу. Вот здесь. Сейчас и посмотрим. Где там, что там, как там. Ё-моё, я его даже потерял, он так примастился там. Ладно. В полете. И сейчас узнаем, кто из них двоих в пролете. Разница в уровне невелика. Разница в перках понятия не имею какая. Лучший победит сильнейший. И именно из сильнейшего мы будем выкачивать мафию. Нервничайте. Не надо бояться. Надо сраться и ссаться прямо в штаны. Надо не носить штаны, потому что сраться и ссаться будем много. Ну, как-то так, потому что Талион в одно лицо всех окружит, да, естественно. Этот, кстати, пришел без штанов. В юбке. Поэтому. Знал, куда шел. Так. Угу. С первого ряда все-таки круче смотреть. Так. Вообще сейчас пока что отхватывает только Раф. Он главный по отхвату. Раф отхватываю от всех. И за всех. Как-то слишком много алогов. И вообще так призывает. И посмотри. Опаньки! Херак! Воу! А я и не знал, что они так могут. То есть, ладно, Карагоров растерзать, ладно, обычного орка. Но то, что вот он так классно, вот это впервые вижу, чтобы он реально помогал. Почему нельзя было это сделать на сетевой арене? Смотри-ка, опа, и включилось. Ясно, ясно. В процессе бицуху прокачал. Вот видишь, какая херня. А, нет, все, все. Все. А, снова, снова, снова. Второй подход. А, все, нет, все, стоп. И... Серьезно? Раф победит? Но включается... Граук. Ясно. Граук включается, кокошник выключается. А ведь это камушек в огород Талиона. За нас ведь был этот пацан-то. За нас. Да, так все хорошо у него шло, я его так хвалил. Ну, собственно, поэтому он и проиграл, потому что магия Мордора. Так, стоп! Ты еще уделай его. Ты его еще уделай, пожалуйста, свалил. Да. Ладно, все, я и сам его возьму. Я. А, я ничего не могу сделать, потому что я заблокирован Талионом на заборе. Тебя разгрызут, загрызут. Ты знаешь, мне бы лишь бы с забора спрыгнуть, дальше я уж как-то разберусь. А через забор завербуем? Угу, завербуем. Да пош... Да по... Да ко... Да ш... В смысле? А чё вы такие дикие, а? Рафаэлланджело, ты чё, блин, вообще? Капец! Вот! Наверное, с перебором подержались тому Захарю, да? Угу. А я думаю, кто здесь смеется-то так, а? А это легенда танк. Может, хватит? Все, поздоровался уже. Рафаэлланджело, на тебя нет. Так. Но если он выживет, я ему дам шанс, потому что был заказ на таких щитовиков. Сука, вероятность того, что он выживет, конечно, крайне мала.
Я тебе говорю, крайне мала. Стоп! Кто? Ну, пухляша. По-моему, сгорел он там. А куда делся этот танк? Это все я специально сделал, чтобы Тайлон посмотрел в камеру. Видал, там на вот пол миллисекунды он сверкнул мордой лица в камеры, но... Нет, конечно же, я нажал не ту кнопку, но, блин, куда делся танк? Его что, уже убило? Вот эта дура моя, Граугом зовущаяся, топтышкой обзывающаяся. Нет, он свалил. Вот он стоит. Кстати, а ты красный? Нет. Адский. Ну, надо брать Рафика. Хотя, ну как брать? Зачем его брать-то, если он же и так? Это мы его опозорили вообще, по сути, зря. Ну как зря? Не зря, но не обязательно было. Брать-то его не надо. Сука, башку. Вот, ну я вот это вот тоже, конечно, внимание к деталям, да? Вот, внимание к деталям. Расхреначить булавой голову, да? Расхреначить булавой голову. Чтобы получился вот ровно, мать его, обратный эффект. Чтобы только голова и уцелела. Внимание к деталям. А еще люди пишут, что вот, Саш, почему же так удивляешь, что там такие прибамбасы, когда там Алиса, допустим, уменьшается, и она буль-буль-буль, и вот типа напилась опять вот этой вот херни. Короче, такие вот нюансики. И каждый мир продуман, блин. Ну потому что вот здесь вот, допустим, такого нет, а мне хочется. Я понимаю условности, но это вовсе не обязательно было. Но почему нельзя было труп без головы? Почему нельзя было там труп без головы положить? Это такая большая проблема. Или ладно, если мы действительно отрубили башню. Это так сложно делается? Я не знаю. А также вот лучик надежды, непонятно откуда пробивающийся. Наверное, Саурон. Саурон шлет лучи добра. Кстати, а отсюда же не видно, да? Лучи добра-то. Глазик, а вообще я даже не знаю, в какую сторону отсюда смотреть. Ну да, там же за горами не видно нихера. А где находится Рафаэлланджело? Где-то недалеко, но, наверное, отсюда будет лучше. Сейчас мы его найдем. Еще посмотрим. Насколько он крут. Насколько крутые алоги, которых делает он. Чем они становятся. Насколько хороша будет красная мафия. О, кстати. Ах ты, бычара. Покойник! Чё ты боишься? Сейчас мои воины узнают ответ. Уже и бояться нельзя. Меня тут расстреливают на минуточку. Рафаэлланджело, подожди секундочку, меня сейчас расстреляют. Да твою, сука, мать, а? Не успел по нем выстрелить, называется. Да какого ты делаешь? Собаками драли. Подожди! Секундочку, пожалуйста! Подожди, я не могу, я успеваю, а? Сука! Ты покойник, сука, ты покойник! Все, я его сейчас убью нахер. Нет, ты понимаешь вот это вот, что происходит? Я даже не могу прицелиться ни в кого, чтобы переместиться Талионом или выстрелить в него, никак! Удачливый стрелок? Да нихера, ты полутруп, как и раньше было написано. Полутруп. Сейчас будешь полным. Это просто, сука, дело чести. Укокошит тебя. Рафаэлланджело, секундочку. Ты, сука, тоже свою лепту внес. Дважды, главное, вот это вот. Покойник, покойник, блин, вот и накаркал.
Козел. Ах ты здесь, да? Сейчас. За такое только смерть. Только смерть. Никаких вообще позоров. Только смерть. Удачливый. Точно, что удачливый стрелок. Вот еще более удачливо попробуй поищи. Гнида. Сука, ну я тебя устрою. Подожди. Да ты что делаешь, а? Вот. Что, твари? Не ожидали? Вот и я. Воу! Какая-то херь вылетела! Талион, брось! Фу, кака! Челочь отродье! Вот теперь начнется настоящее веселье. Мы славно поглумимся над твоим трупом. Попробуй, попробуй, давай! Ну? Нормально тебе так? Я тебе, сука, ад устрою. Еще хочешь? Пожалуйста. Словил? Нормально тебе? Где ты, тварь? Забить до смерти. Забить до смерти и сжечь. Сжечь, забить до смерти и забить до смерти то, что останется. Козлище. Я вижу, ему нравится. Я вижу, ему, суки, нравится такому. Вот ты урод, а. Ну я тебя сейчас сожгу, подожди. Все, тебе жопа, ты понимаешь это? Тебе жопа! И далее он тут скомороха играет, пляшет на трупе. Конечно, я его понимаю, я тоже радуюсь. Сука, мы все-таки его сожгли. Зажарен. Надо писать в таких случаях. Зажарен, потому что я его прям прожаривал, причем на открытом огне. Где Рафаэлланджело? Где мое Рафаэлланджело? Где оно? Ну, недалеко. И вот, когда справедливость восторжествовала над Мордором в очередной раз... Ах ты что? Мечтатель, шизофреник, ищейка, косплеер некромантов взял и что-то предъявляет теперь за своего братана. А ты же понимаешь, что можно точно так же сгореть вообще? На работе. Ты это нахрен понимаешь? Он, по-моему, не понимает. Но долбит его порядком. Я не понял, ты горишь или не горишь? Что ты притворяешься? Что? В мечтах говоришь? А если так? Повезло тебе. Ни одна граната в твою сторону не полетела. Ну знаешь. Как ты любишь говорить. В мечтах. А? Можешь сжечь их, чих, нахрен этих кровных братьев. Устроить прямо кровавую баню. Горящую. А давай. Бум! Два брата были сожжены. Если он настоящий маньяк, он обманет смерть. И придет с того света, чтобы предъявить Талиону свои претензии. М? Вот такая вот война. Где Рафаэлланджело? Где оно? Мне так нравится, когда орки топают и так. Литлад. Литлад. Чё это за литлад такой вообще? У них же командировка, по идее, в Литлад, да? Их потом на юга, в Горгород отправляют. Ладно, парни, вы доигрались. Просто доигрались. Да.
Сейчас он бабахнет, смотри. Талион. I said thank you for dying by my hand, Gravewalker. А разве не было еще одного шанса? Когда я его потратил? Я когда-нибудь дойду до Рафочка, да? Ах, когда-нибудь дойду. Ну ладно, это внеплановая селекция. Он каким-то чудом стал берсерком. Кстати, судя по всему, разобрал на запчасти избранного. Железная воля. Вот гнида. Такое только убивать. Где? Рафаэль. Почему он так хорошо прячется? Сука, мне нравилось ночью. 1500 футов. Давай ближе. Давай ближе. Можно ближе. Я же знаю, что можно. Ну, так кто быстрее будет. Все прояснилось. Ой, я же говорю ближе. Ну и где ты? Прямо здесь. Лысого хочу завербовать. Дядя! Дядь! А тут маячу, сверкаю. Давай быстро. Мразь! Хумьягиш, хунгирик, хумьягиш. Непереводимый черный фольклор. Ладно, секундочку. Раф, ты вообще умеешь постоять? Можно попросить? Это норм... Ребята! Попроще надо, попроще чуть-чуть. Минуточку, секундочку. Так, постоял. Ох, блин. Оно разъярилось, мать. Вот как же подло, а, Раф? Ну куда ты, лысый, лезешь? Ну куда... Ладно, берем второго миньона. Ну ты загнул вообще. Так, все. Давай. Есть. И магия Мордора включается. Я так и знал. Шоколадный придет и скажет свое слово. И это слово встало поперек горла этому алогу, да? Кто оскорбил светлого властелина? Мне насрать, я просто люблю убивать, да? Шоколадная, я же знаю, что это ты хотел сказать. Все, ушел, пожалуйста, не убей мне только Рафаэль. Оу! Все, лысого сюда. Да ты, что ты делаешь, чертяка? Лысый, шел сюда. Вот, значит, как. Чтобы выжить, тебе нужен сильный урук. Крыса, ты как здесь не кстати вообще? Как ты здесь не кстати поваляйся там где-то? Воткни быстрее, чтобы... Ну, твою мать! Повезло мне с твоей смертью. Пожалуй, меня за нее расстреляют. Блин, ну это как бы селекция и бородатых, да, и вот... С флагами. Ну а как же там на меня подло смотрел этих целых два уже аж лысых. А что такое? Эпидемия какая? Это какая-то эпидемия или что? Или они нашли схрон?
с этими, с броней змеиной. Хотя у него, по-моему, и глаза такие были. Дай поглядеть-то хоть. Змея, кстати. А вот это значительно лучше. Жаль, что он не берсерк. Жаль. Он наемный убийца, ну кто его знает. Интересно, можно будет пустить в расход на сетевой арене. Но у нас, кстати, свой еще ждет дядька. Вот этот вот один. Есть. В заначке. В запасниках. Но! Не, давай все-таки еще сперва дадим шанс кому-нибудь из команды Рафа. Может быть, даже Лысому. Может быть. Далеко. А вот теперь нормально. Талион, сегодня ты умрешь. Тебе следует это знать. Это он перевод? В тот раз началось все с мрази, а закончилось каким-то черным фольклором. Я при чем? Так, секундочку. А можно сейчас постоять тебя попросить, а? Я помню, что она тебя бесит, но как бы... Да, нихера, он заморожен. Ребят, ребят, смотрите, тут Талион. Тут Талион, Талион тут, тут, тут Талион. С одного удара. Раф! Это плохо кончится. Лысый, давай. Давай, Лысый. Нет. Давай. Вау, борода, сейчас тебе так должно попереть вообще, смотри. Да. Не дай бог меч сломает. Теперь я капитан. Теперь ты труп. Это временно. И то, и другое, скорее всего. И каким же капитаном его сделают? Капитан Шланг-разрушитель, да? Любитель порки. Раф радуется. Ну, правильно, в его полку прибыло все-таки. Так его. Молодец, Костоправ. Молодец. На погоны тебе хрюшек повесят потом. Осудил. Дайте посмотреть на сына-то Рафского. На сына Раферти. О! Любитель порки, разрушитель. На папку-то до чего похож, а? Правда, ну как вот... Вот, ну как? Ну каким образом, нахрен? Бомба у него отравлена. Кстати, его бесит нежить. Но это мне нравится. Это мне нравится. Давай еще разок. Хотя бы еще одного. Было бы неплохо какого-нибудь там берсерка, некроманта. Им в мафию. Я, конечно, понимаю, что это я уже совсем охренел, но чё бы нет. А где он вообще лазит-то? Чё, его не вижу? Ни хрена. Слышь? А, он в этот момент как раз перебазировался. Менял точку. О! Удачно стал. Это я одобряю. Не хватает только ожившего дракона здесь. Мне бы как-нибудь аккуратненько. Да, это было совсем не тихо. Да может хватит, а? Ну, это была подготовка Талиона к... Да, залезь там в ноздрю ему.
Сука, прям сюда смотрит. Что делать, что делать? Ну, сейчас подойдем со спины и попробуем. Тихо. Алошка, твой выход. Алошка, твой выход. Да, давай. Бдэмс. Ну, шоколадный. Ну, что ж ты делаешь-то, а? Ты ж представляешь, как сложно будет сейчас того взять. О, отлично. А давай ты. Мертвый мальчишка. Добрал Глора. А, все. Блин, как ты разгоняешься, как ты прилетаешь сюда. Так, товарищи, товарищи, мы уводим, уводим шоколадного, а то хрен его зна... Вот почему ты, а? Почему ты? Тут нахрен два лога. Шоколадный. Минуточку. Можно? Все. Пошел. Труп алога аж туда улетел. Опа! Вот так вот. Они, кстати, близнецы. Практически. Так. Я рожден не для того, чтобы подчиняться. Я рожден повелевать. Было бы занятно, если бы он грохнул своего капитана. Ну, подсидел его. Фактически. Вот этими словами, что берсерк, что ли? Рваный в клочья просто. Да. Раферти побеждает раз за разом. Раз за разом прям. Победитель по жизни просто, знаешь, вот. Типа, главное оказаться в нужное время в нужном месте. Но! Смотри, какой красавчик! Берсерк! Безрассудный! Без нормальной морды! Рваный в клочину просто! Это очень хорошо. Вот этот дядька мне намного больше нравится. Прям вот почти то, что я хотел, только некромантии не хватает. Вот почти, знаешь, вот... Подарок, подарок. Ладно, давай поведем змеюку, протестируем, пойдем. Насколько он наемный убийца хорош. Тут близко, кстати. Совсем рядышком. Угу. Конечно, нормально. Ты в пустыне, блин. Рядышком. Сейчас он начнет чесать про свою великую змею. Эх, не повезло тебе, мы сегодня не проводим это дело. Не, подожди, Талион, ты чё это? Ребята, вам просто не повезло. Я даже ничего не делал. Если был бы в шлеме, дал бы шанс. Так, извиняй. А чего умер лог? Спокойной ночи. Он же сам сказал. Так, надо сваливать отсюда, потому что сейчас Талион взорвется. Какое-то проклятое место. Где этот наемный убийца, которому я иду с третью жизни и без шансов?
Прикинь, ты даже ничего не заметил. Где этот наемный убийца? Я сейчас его оповещу. О том, что идет Талион. Верстак не сломай! Чпоньк! Ага! Подожди, я... Я же нацелился на него, разве нет? Может и нет. Разве нет? И чё, иди он. И стать на заставе и искать и любителя порки. Странно. Я был уверен, что на него нацелился. В итоге к этому прибежал. А нет. Нет. Все нормально. Он здесь. Так или иначе, все под контролем. Змеёныш здесь. И его можно прям брать тепленьким. Менять ему эти кинжалы сратые. Но нельзя приходить. В смысле, Талион? Без приглашения, поэтому... Долбанем, да, ребят? Я сварил для тебя яд. Особый яд. Ну давай выпей сам, попробуй на себе, а вдруг понравится. Так, ребят, вот это вот он сварил. Сейчас мы бабахнем. Сейчас. Что там он наварил еще такого? Странно, что ловушки не детонируют от этого дерьма. Ну что, меня бесит вообще эти ядовитые ловушки. Талион бегать медленно будет. Северянин, я залью в твое брюхо столько яда, что даже твой шарах будет нести смерть. Куда он его будет нести? Просто одни вопросы и ни единого ответа. Талион никогда не уйдет, никуда не денется от своих же бомб. Змеёныш, ну тебе понравилось, да? Я тебя еще даже не трогал. А у тебя же жизни нет. Но и у меня тоже. Ах ты, сука. Пока-пока, Тарк. Не смей воскресать. Козел, а такой? Ну это потому, что мы там с Талионом похулиганили чуток. Да? Бубол-змея. Надо было описать, Бубол-змея убил вас. В одно слово. И это еще один убил вас. Змеюка, ну как же так, а? Взяла и поднялась в уровне. Ну да как его теперь на арену засунуть? Козел. Ё-моё. Знает, знает, куда валить. Было бы вообще прикольно, если бы... Хопа, а он уже в Литладе. Фу, из Литлада куда свалил. В Горгороте. А, это ты. Збастик. Ну, а кто ж тебе... Никто, что ли, не сказал, что нельзя пулеметную ленту в костер бросать? Вот теперь мы тебя раздаем. В атаку. А он любит это говорить, особенно когда парней вообще нет. Когда они все сгорели и продолжают взрываться под его ногами. Так они сгорели все. Или его именно жареные карагоры и бесит. Ладно, неважно. А это что такое вообще? А? Ай, ладно, все. Ну, не могу оставить без внимания просто человека. А он дует, дует и дует. Эй, ты! К нам гости? Надеюсь, ты готов. Поразвлечься. Я не готов. Но для тебя всегда, пожалуйста. Всегда заряженный Талион. Адский лисак. Гадский, сука, лисак.
Ребят, давно вам не ломали хрень эту? Ну, я не могу ее сломать? Это что, наша, что ли? Ну ладно. Мне так нравится, ну что ты там чинишь, что ты там долбишь? Или он разрушает? Если он разрушает, то почему он делает это максимально так, как будто, знаешь, как вот какая-то массовка в кино, где метут, не дотрагиваясь до пола? Да. Змеюка, я иду за тобой. Я, правда, бегаю туда-сюда, потому что тебя только что здесь не было, но... Ладно, Талион удается по большей степени маневрировать между орками. Змеюка, ты еще где? А. Почему? От тебя нигде покоя нет. Тебе что, мало моего позора? Хорошо. Ты хочешь драки? Иди в сраку. На. Горький. Чё ты здесь забыл? Просто скажи мне, чё ты здесь забыл, а? Горчелла. По-моему, сейчас будет долбежка та еще. Вот это я понимаю. Вот это ковровое бомбометание. По-мордорски. А этим понравилось? По-моему, он оценил. Но останавливаться на достигнутом никак нельзя. Надо продолжать. Продолжать. Где ты там? Только не насмерть. Отлично. А теперь аккуратненько мы его берем. Не успел. Пухляша не успел предъявить свои претензии. Все, ушел. Змееныш, ты че? Вот видишь. Сразу начинается. Вот это все. А этот огнестойкий. Прям думает, что он обманул систему, да? Специально для тебя. У меня есть лед. Вот это канонада, да? Стоп, только не умирай. Повернулся. Ну что, стоит тебя опозорить? Или, может, завербовать? Или... Запуганный. Ну, такое. Фигня. Ну, тоже. Он уязвим для яда. Для яда уязвим. Ну, ладно. Будь же ты безумцем. Талион не такой злой, как Кел. Серьезно, Талион не такой злой, как Кел. Змеюка, ты где? 3500 футов. Ты вообще с ума сошел? Почему? Ты посмотри просто, он с одной точки в другую, с одной в другую. Туда-сюда, туда-сюда. Он, блин, уже думает, да когда ты меня, сука, блин, вообще, когда ты отстанешь? Да сколько нахрен можно так, а? Буболь моя. А как это так в него? А, тогда норм. Ребята, надо добавить огня в эту ночь. Найс. Ой, змеюка так сильно горит, или я ему вломил? А, скрытность сильно ему повдарила. Успокоился, да? Один раз вот. Только вот долбануть молотком по шлему, и все, успокоился сразу. Иди сюда. Я бы его причислил к мафии красных, но тут и так до хрена мафии. Поэтому он сможет проявить себя на сетевой арене. К тому же это еще одни ребята, в которых я не верю. Имеется в виду наемный убийца, конечно же. Ты хочешь, чтобы я тебе токсичного огня дал? На.
А это была месть. Да, это была она. Странно, что далее он не кривится, когда он отравлен. Мог бы. Мог бы. Но, Бубновый, отправляемся на арену. Я должен выяснить, что ты такое. Насколько он крут. Но сперва... Есть у нас специально обученный дядя, который должен быть первым. Опять-таки, не знаю, как пойдет. Есть у разжигателя войн минусы, но он достаточно низкоуровневый. Поэтому, чего бы нет. И да, вот этого вот рогатину туда можно было бы запихнуть тоже на сетевую арену. Кровавую бурю. Ну, я не знаю. Есть один минус, по которому мне говорит, что кровавая буря много чего не сможет. У него высшая ярость. А бесится он по очень даже большому списку причин. Так что... Не знаю, не знаю. Достаточно нарваться на кого угодно, в принципе, и изнеможение даст себе знать. Такое. Мне на секунду показалось, что что-то не то. А нет, смотрю, все нормально. Правильно? Все нормально? Да? Прическа у него что-то такая новая. Вообще не узнаю его в гриме, ну. Ладно. Багов-то в игре нет. М? Доказано. Факт. Ну, посмотрим. Посмотрим, что ты такое. Я очень надеюсь, что он тоже сможет завоевать пятерочку себе побед, а потом еще на шестой его убьет какой-то гребаный читер. Какой-то гребаный читер его пригрохнет. Главное, чтобы не в первом поединке. Ну, серьезно, ну, камон. Хотя, чисто по-человечески было бы легче перенести, если бы в первом. Чисто по-человечески. Но так хотелось бы, чтобы он хотя бы 5 побед сделал, а? Все-таки твоей жены. Да и честь братана надо защитить, да, который безвременно лишился головы своей. Ребят, у вас уже просто пуканы рвутся от того, что вы Талиона видите, нахрен, в этом броне, в этой. Чарли. Мы идем за тобой. Да нет, ну это рогатая, надо побеждать. Тут вообще без никаких вариантов просто. Единственный минус. Заглушка. Прокладка. Предохранитель. Что у одного, что у другого. Это печально. Может быть, ты встанешь? Или тебя там пригвоздило? Во. Молодец, молодец. Во. Умничка. Все-таки щит, да? Бэмс! И давай. На оставшуюся жизнь погуляем. Почти, почти. Оставил ровно на добивалку. Чпоньк! Смотри, а следил глазами прям за кадром, да? Прям в камеру. Ух. Чарли проверку не прошел. Нравится мне стиль этого орка. Заглушку бы убрать, было вообще отлично. И там еще подтанцовка, конечно, но это такое. Гло 91. Выставил алога, скорее всего, естественно, высшего. Ну, а что я говорил? Угадал. Один из двух, да? Один из двух. Отлично, умничка, я тебя уже улюблю, крашеный. Ряженый ты. Блин, всех вас бесит этот заглушка. Ну что ж такое-то, а? Да все, он сдох. Хотя ладно, делай вид, что ты убиваешь Карагора. О.
Мне нравится, когда оператор врубает макросъемки и такой: «А давайте посмотрим поближе! А давай, что там такое?» Как мне это нравится, а? Мать. И когда он скачет, камера просто туда-сюда. И ты серьезно, ты смотрел? Ты же мог просто выставить пику, он напоролся бы кадыком на нее, а? Ну, сейчас пырнул его в пузельник. Ну, ответка. Ну, твою-то мать, а? Ну, что ж ты делаешь-то такое, а? Если сейчас и третий раз такая же херня будет, то я подумаю, что они в каком-то дне сурка нахер. Серьезно? Вот сейчас ты его наколол, да? Еще и не насмерть? О! Молодец! Молодец! Вот так вот. Наказал. Мерзавца! Ты посмотри, как он смотрит из-под лобья. Он пропитан яростью. А также он очень близок к тому, чтобы стать высшим. Прям вот. Настолько близок. Амадей! Кого послал Амадей, а? Ну твою мать, а блин. Ага, ищейка. Ну правда высший, но это надо постараться, да? Это надо еще постараться выиграть. Лорм гроза, он конечно не гром гроза, но тоже гроза. Кто-нибудь отключите предохранители. Ну а сейчас момент танцев на прокладках. Да. Сорок секунд в топку просто. Но эти хотя бы заколупали, да? Отлично, отлично. Встань, пожалуйста, товарищ. Во. Это еще, кстати, один повод не любить. Одна из причин не любить Карагоров. Потому что вот у дяди частенько бывает такая лажа. Ошеломление. Причем очень длительное. Опа, поймал. По гробу, по гробу. Да ты вообще что делаешь, чудила? Ты что делаешь, а? Скажи спасибо, что он не воспользовался и не засадил тебе это копье в спину, блин. Что это за танцы вообще? Я не понимаю. Карагоров давно нет. Танцы нахрен продолжаются. Серьезно? А, вот сейчас ты включился. Ну, наконец-то. Ну да. Не дай бог у него будет эта высшая хрень. Вот серьезно, не дай бог из всего многообразия нормальных перков ему выпадет эта херня. Я бы еще понял бы высший огонь. Посмотри, как он наказывает-то ищейку, а? Он реально деклассирует ее. Ну, тут было, в принципе, поровну все. Но! Симулировал. Инсценировка смерти. 100%. Я не видел, чтобы у него ни единая стрела прилетела, ни горела. Это и была инсценировка смерти. Ой, типа больно стало. Сердце прихватило. Ну, чтобы не добили и голову не отхреначили. Так-то орку похер все. Что попало этому Алону? Как сильно не любит его магия Мордора? Куда он пойдет с этим перком? Ладно, а я не буду менять. Ну я же говорил, даже вот мастер огня, вот все, все. От своих слов не отказываюсь. Хотелось бы, конечно, впаять огромную силу, например. Ну ладно, ладно.
И сейчас знаешь, что будет? Как назло, дважды ему попадутся ребята, которые огнеупорные просто. Смотри. Тоби. Разрушитель. Хранитель. Шлем одинаковый. Только не говори, что тебя бесит, Карагора. Дядя, он вообще здесь. О, отлично. Как это было отлично. Это просто вышка, топчик. Слава богу, мина помогла. Встаем, встаем. Во. Чик. И, в принципе, 65-67% жизни нет. И ошеломление. Ну все, это капец тебе. Да. Я догадываюсь, зачем магия Мордора выставила сейчас вот этого пацана. Я догадываюсь. Чтобы убить одноглазого на пятом решающем поединке, да? Вот скорее всего. Давай. Сука, я сейчас представляю, что будет. А вроде ничего такого. Но он легендарный, как бы. Вот это вот. Если у него толстожопость и огромная сила, это уже очень-очень-очень сильно поможет. Но знаешь, оглядываясь на предыдущие несколько поединков, можно даже смело списывать полторы минуты этого матча. Пинг-понг играет. Пинг-понг просто. Ну, до лампочки. Шкура непробиваемая. А нет, надо же. Смотри, как активно его дрюкает, а? Это даже лабафа включил. О, и в попку. Накажи их, накажи, да. А в это время... Наш товарищ... На Карагоре сидящий будет ковыряться в носу. Ну, правильно. А знаешь что? Вот он сейчас даже непонятно, вроде даже ничем не бросил. Просто симулировал. Взял вид. Потому что я не видел, чтобы что-то полетело вообще. Смотри как. Порвало. Вот, блин. Вот зараза, а. Встал. Во, молодец, и ответочка. Давай, бы. Ёханый мамай, ты чего? Ах да, он же. Где этот Карагор, а? Чё ты смотришь? У него, понимаешь, башка отключилась. Так ты чё смотришь, стоишь? Ну вот. Теперь у них ровень упирается, жизнь. Выпирает, мать его. Слышь? Ну вломи ему, а? Спасибо. 40 секунд на все про все. Ты хочешь ждать другого шанса стать легендарным? Серьезно? Другого шанса может и не быть. Твою мать! Огромной силой пахнуло, да? Давай мочи его. Вот и... Ну зачем же ты это вот... Спасите, помогите, Карагора нахрен уберите. Ну блин. Ну давай как-нибудь, а? Ядрить. Да, сука. Да. Я хотел сказать, что... Но знаешь, они бывают возвращаются. Бывает, но это не тот случай. Обрати внимание, да? Я же говорю. В четвертом поединке... Оно поставило максимально легкую добычу просто. Слабочару какую-то. Чтобы вот выставить такое. Сука. Ну давай, змееныш. А что у тебя там высшее? Просто кинжалами. Надо менять. Надо менять. Или... А нахер. Давай. Давай с ним. Вот, не знаю, будешь метаться, метать и метаться будешь.
пофигу. Давай, блин. Вот убьют прямо сейчас же. Вот я не знаю, вот чувствую, что-то такое чувствую, блин. Это явно берсерк. Нет! Это шмыга! Ищейка! Ага. О, это ты молодец. Это ты умничка. Но правда он немножко как-то ускользнул, я не заметил этот момент. Идрите, а кто тебе, шмыга, кто тебе... Какая шмыга тебе так жизнь-то поковыряла, алё? Слышь? Ну, наемных убийц как бы немного жизни, но... А чё, вообще урон не прошел, да? Броня не пробита, что ли? Не, ну скомороха классно он врубил, правда, 25 секунд всего лишь прошло. Серьезно, змеёныш, ты позволишь какой-то ищейке тебя угрохать? Да, у него, наверное, огромная сила, но, блин... Он же шмыга. А ты говоришь, бомбы только в разрушителе. Вот! Да блин, ну сука, ну как ты хорош, а? Он даже дуриков успевает включить, пока этот орет, бегает вообще и херней страдает. Давай за спами, а? Ну да, ты же не умеешь. Ну давай! Ножики помогли. Да нет! Да сука, ну как? Он был так близок! Ну так же ж близок был, а? Такое комбо, блин! И... Бесит смертельные раны, 100%. Ах, змеёныш, 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 ты ж мой же ша. Что я говорю? Ну и стоит какой-то, вот какой-то мурло, которое сразу возьмет и клочья просто. Две схемы просто называется. Угу. Серьезно? О, блин, серьезно нахрен, а? Коня забыл. Ладно. Трофейный. Вездеход. А мы вступим, да? Верня все. Карагоров не берет. Ну, вот такая вот фигня, но это было интересно зато. Шмыга, сука, убил быстро, но все-таки. До него. До него было все интересно. Вот. Вообще сделали красивых карагоров, но не более. Чем красивых. Просто красивых карагоров, красивых зверушек. Если тебе понравилось, обязательно поддержи лайком. Это очень важно. И вообще в идеале в первый же день, если видео набирает в данный момент хотя бы 400 лайков, вообще все дальше у него отлично просто. И даже YouTube показывает новым зрителям это видео. То есть Средиземье растет и развивается. А также, конечно же, пиши в комментариях, за какой ты клан. Хочешь ли ты, чтобы я вот всех собрал их? Всех вот желтых, коричневых. Кроме красных. Красные уже устоялись, это понятно. Все-все-все, это зеленых. Где-нибудь на галерах у нас, наверное, найдется один зеленый орк. И устроил между ними мордобой, чтобы выбрать один клан, который останется и который будет процветать в Литладе. Если повезет, конечно, если повезет. Как-то так. А также, если у тебя есть возможность, если у тебя есть желание такое, и тебе нравится канал, и ты хочешь его поддержать, оформь спонсорскую подписку, за что тебе респект, уважение и бонусные видосы по субботам и по воскресеньям еженедельно. Ребятам же, которые уже являются спонсорами канала, огромное спасибо за всестороннюю поддержку. На данный момент это прям очень разнообразит контент. Прям такие игрушки пошли, прелесть просто. Это круто. На этом на сегодня все. Большое спасибо за компанию и... Ба-бай!